Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWire. С вами снова Joy, добро пожаловать в Elden Ring. Я опять мискликнул, черт возьми. Как говорила моя бабушка, если у тебя есть часок-полтора свободного времени, ворвись и покатай в Elden Ring. Во-первых, Ди подсказал прекрасную, просто прекрасную вещь. Мы можем сюда на ход кей добавить кольцо призыва коня. И, соответственно, из быстрого инвентаря мы коня можем убрать. И пользоваться конем теперь по фасту, чтобы бесконечно не скроллить через меню. Теперь я могу задержать Y и сделать лево и вызвать коня. Прекрасно. Никогда об этом не задумывался. У меня на повестке дня сегодня три локации, которые я хочу посетить. Об этой мне рассказал Саня. Он сказал, что здесь пещера с боссом. И вроде как он потный. Значит, может быть, мы сегодня запотеем. Здесь находится пещера, которую я пропустил, но я мимо нее точно бегал, просто не заметил. И третье, я хочу сходить и открыть кусок карты, и, может быть, мы что-нибудь интересное из этого выдудим. И в такой последовательности. Первая пещера с троллем, вторая какая-то другая пещера с каким-то другим боссом, и третья карта, и у меня есть буквально полтора часа. Я надеюсь, что мы за это время эти три локации зачекаем. Насколько мы далеко? Мы безумно далеко, я не думаю, что есть смысл идти пешком. Мы тэпнемся и попробуем пройти по этим точкам. И я думаю, что так будет получаться чуть быстрее. Я буду вырезать всякие неинтересные моменты или моменты с переключениями и оставлять только годный контент, и тогда, может быть, до конца месяца мы даже успеем эту игрушку пройти. Потому что, судя по гайдам, браток, здесь боссов, я не знаю, здесь боссов типа 70-80. А мы, если будем по одному боссу за серию убивать, мы затянемся. Мы прям замочимся, замутимся. Вот, поэтому... О, я вижу, действительно, там огонь. Наверное, не отсюда стоит спускаться, а через воду, но... Как бы есть определенный план движения, и мы его будем придерживаться. Я совершенно не буду с мелкими чуваками здесь рамсить. Мы их уже разваливали. Мы развалили телегу, которая доставляет лут. Мы все это видели, и этого и ночного всадника тоже прикончили. Вот единственное, я бы посмотрел, кого они здесь жгут. Я понял. Вау. Он меня просто замочил сразу же. Круть. Я не уверен, что мы сможем ему противостоять. Он теперь заспавненный сразу. А можно... А чё у меня слева за значок какой-то могильный? А чё за значок? А посмотреть можно где-нибудь? Статус? Нет. Ноп. Хм. Интересно, какой-то могильный значок. Я как бы, я с одной стороны хочу эти 4 души, 4К душ обратно, но как бы... образа не. Мне об этом драконе Саня чуть говорил. Он сказал, слушай, там какие-то чуваки типа тусят рядом с костром, вот ты туда не ходи пока. Я такой, ага, конечно. Куда ты мне говоришь не ходить, там самое интересное происходит. Только не дракон. Он уже сюда пришел. Он зарамсил с крабиком. Ты че, он ему 400 одним ударом нанес? Это наша возможность спереть обратно души. Покешка, покешка, где мои души? Где душ-то? Я скажу честно, я забыл, где этот костер находится. Так, я все, я теперь метку вижу. Где-то в том месте, где сидит дракон. Не, я пас. Пойдемте попробуем его оббежать как-нибудь по кругу.
Выглядит голодным. Слушай, он за мной следит. А, во, мои души здесь. Изи мани. Нам нужно качать левак. Саня говорит, что встретил меч тяжелый, двуручный, который требует 40 силы. О, это крабик. Больно, чуть-чуть больно ударил. С крабиков крабе мясо? Яйца краба. Ладно, все, хватит тратить время, у нас не так его много. Мы идем в локацию, где будет страшно. О, здесь какая-то теневая дверь. Больше скажу, здесь лифт. Это наш первый лифт. Это наш первый лифт в этой игре. Я еще ни одного лифта не встречал. И вот он, наконец-то. Не такой длинный, как я ожидал. Как сказала бы моя бывшая. Сорян, что-то проиграл. Чё-то проиграл. 6000 на один левелап. В общем, план таков. Нам нужно подняться до... До 40 силы в перспективе. Я бы хотел... Все, все, убери надпись. Убери надпись, верни меня на эту менюшку. Я хочу сюда добавить призыв медузы. Мы, к сожалению, пока не можем призывать Олега. Потому что Олег... Олег слишком крутой. Я думаю, а почему бы нам еще и волков сюда не добавить? Пусть будут. Ну, либо... Ну, будем мы их вызывать, не будем. Не-е-е, какая разница. Так, что здесь? Копатель. Окей. Они не очень сильные. Кузнечный камень, кстати. Может быть, мы рано или поздно перейдем на тяжелое оружие, которое не требует дополнительных ресурсов. Это он камнем меня кинул? Прикольно. Они напоминают... Копателей, которых мы встретили в прошлой локации, вот в этой. Да, вот в этой части карты. Только там они были такие лазерные и пожирнее, потолще. Здесь они чуть-чуть полегче. Я не знаю, где здесь вход в локацию, поэтому мы просто походим и заодно полутаем кузнечные камни для улучшения. Чему нет? Совместим, так сказать, приятное с полезным. И, может быть, заодно фласки отрегеним. Ну и после этого уже, конечно же, будем знать, куда идти. Я вижу впереди какой-то лут, но вижу здесь некоторое количество знаков гибели персонажей. Тут так много людей умерло от трех крыс. Мне кажется, со спины еще появится. А еще кузнечный камень. И у нас остается два пути. По-моему, путь справа. А нет, нет, все, один путь. Один путь, который, скорее всего, ведет к боссу. К еще одному лифту. Мы не отсюда пришли случайно? Хороший вопрос. Мы не отсюда случайно пришли? Да не, мы вроде... О, там можно было куда-то спрыгнуть. А, я хочу прочекать, что там. Я хочу посмотреть, что. Почему опять сюда? Еще копатели. Слушай, прям это какая-то очень сочная локация. Обломок блестящего камня. Сюда можно приходить и прям изи-изи фармить камни. Ну, понятно, что те, которые валяются... Ау. А те, которые в стенах, они, скорее всего, не отрегенятся. Но этих ребят можно на камни разбирать. Это тот же... Это не тот же лифт, на котором я поднимался.
Впереди необходим предмет. Там куда-то можно спрыгнуть. Какие-то катакомбы. Я скажу точно, я уже заблудился. Там можно куда-то спрыгнуть. И там можно куда-то спрыгнуть. Выглядит как какая-то ловушка. Вот это похоже на босс-арену. Я там вижу какого-то здоровенного хрена впереди. Похоже, мы достигли босс-арены. Сами того не подозреваем. Че, впереди поможет боль? Впереди требуется двуручная. Давайте сразу вызовем... А, медузку нельзя, пока мы не зайдем на босс-арену, да? Саня сказал, что это чел злой. Он похож на троллей, которых я сам под ногу залез. Абсолютно точно. А, медальон рева. Саня, ты меня обманул. Хотя, может быть, ты говорил, что он изичный как раз, но я забыл. Но получилось неловко. Я ожидал, что здесь будет какой-то потнейший тип. Ну ладно. Скажу честно, медузка затащила. Я его слушаю. Мне кажется, я его одной тяжелой двуручной атакой просто положил сразу. Чё за рёв? Чё за рёв? У нас, кстати, куча маленьких камней душ. Рёв. Это ключ? Во. Усиливает рёв и атаки дыханием. Это же какой-то Skyrim. Я предлагаю немножко еще чекнуть эту локацию. Как минимум вот тот коридор, где... до конца вниз спускаешься. Может быть, здесь еще есть какой-то тролль. Может быть, это не все, на что мы способны. И здесь по коридору будет лифт вниз, и мы до конца спускаемся. И надеюсь, мы находим там чего-нибудь хорошее. Кто ж знал, что они проход к боссу сделают с середины пути? О, здесь, кстати, можно было спрыгнуть все это время. Не было этого знака. Не было. Я бы спрыгнул. Я бы не телепортировался обратно, точно говорю. О, собака. О, большой обломок блестящего камня. Окей, я понял. Странно. А этот что-то забил совсем. Неинтересно ему, походу. Хотя псы лают. Какая-то разборка идет активная. Непотайная. Впереди предмет. Это? Все? Это все было ради кузнечных камней? Да ок, как бы я же не против. Но, походу, да. Походу, это все, что мы могли получить от этой локации. На полпути спрыгивать не буду, я не уверен, вдруг портал от босса один раз только работает. Просто выйдем по-нормальному. Я бы вытелепортался отсюда, а я могу отсюда телепортануться. Вопросов нет. Я думал, что из подземелья нельзя делать ТП. Потому что что-то из некоторых вроде нельзя. Силу до 40 надо. Я бы очень хотел влиться в HP. Но силу надо до 40. Я верю Сане. Мы теперь можем вызывать коняху на ходу. Так, с первой меткой понятно. Теперь дойдем до второй. Тебе повезло в этот раз. Мне не повезло в этот раз. Да ты дай погубить себя. Все, спасибо.
Ломтик мяса. Доспех. Новый шмот? Новый шмот, что ли? Тяжелая. Тяжелая. И все тяжелое. Нет, спасибо. Так, нам в любом случае там нужно спуститься вниз. Выглядит так. Слушай, когда-нибудь для этого дракона тоже надо будет запотеть, я вот что думаю. Он просто такой что-то дерзкий оказался. Я не уверен, что сегодня стоит. Но когда-то стоит. Так, путь выглядит так, как будто нам нужно куда-то по воде пройти, да? Типа под мостом. Но похоже, что... А нет, вот он. Вот он как раз-таки вполне себе под мост. Нам сюда и надо. И заодно здесь полутаем. Огненная смазка. Привет, а вы кто? А вы еще и респавнитесь, да? Еще комары тут. Ладно, я понял. Здесь лучше слезть, наверное, чтобы... Они не особо сильные. Но лучше слезть, чтобы как-то попроще это все происходило. Чё ты ко мне пристал? Что с комаров падает? Головка гигантской стрекозы. Там, кстати, еще скелеты появились. Я бы с ними подрался, чтобы получить флягу. Флягу дадите? А у меня фулл фляг. Слишком хорош. И здесь нас будет ждать приключение. Я, кстати, могу ошибаться. И может быть подземелье даже не внизу находится, а где-то наверху. А здесь нельзя на коне. Я вижу скелетов. Я слышу топот и хлюпанье помимо моего. Но похоже это наш данж. Окровавленный палец начинает вторжение. А, непись! Что мочит там, смотри. У меня грен нет, к сожалению. Он это, он какой-то... Охренеть. Это чел? If it isn't Narius, a bloody finger, the end is nigh. Че он стоит? Он кровотечение накладывает. И все. Хорошо. А ты кто? Я думал, что меня сейчас это... Накуканит сзади. Он просто подкрался как... Призыв других игроков. Используйте зелье из крючного пальца, чтобы увидеть знаки призыва игроков из других миров. Мы получили кровавый дакер. Он, наверное, ловкостный. Он колдунский. Ни хрена. Но он ловкостный, да, он скелится по ловкости, но и по колдовству. А еще у него рейнджовая кровавая атака есть. Йоу. Пока мы внутрь не зашли, я бы хотел здесь посмотреть, что здесь в уголке. We meet again. Мы снова встретились. Fought Narius and lived. You must have seen your share of battle. Я очень опытный. Юра! Юрец, приятно познакомиться. Hunter of Bloody Fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Понял. Это моя первая встреча с Красным Фантомом. Don't let your emotions stay your blade.
Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Okay. Be on your way. Perhaps we will. Ядовитый цветок. Здесь еще есть пара скелетов. Сколько у нас душ? На левел-ап точно с них не хватит. Я не думаю, что стоит тратить дальше время. Я случайно выпил флягу, хотел сделать вот это. Поехали в нашу новую локу. И приближаемся к 40-му левелу по силе. Супер. Меня, кстати, с коня выкинуло, видимо, когда вторжение началось. Похоже, когда случается вторжение, нельзя кататься на коне. Окей, новое подземелье. Ох, как бы я хотел, чтобы у меня было достаточно на левел ап, чтобы не катиться к боссу с каким-то количеством душ. Понятно, что нам уже за каждый левел там по 7к надо. Все равно. Я не знаю, зачем я активирую омут призыва. Я очень сильно сомневаюсь, что кого-то буду призывать, если только босс не будет каким-то катастрофически, колоссально сложным. Если это будет прям какой-то потнейший чел, я не знаю, я в течение его нескольких часов не смогу замочить, тогда, наверное, призадумаюсь. А, вот он и вход. Хорошо, до конца разведаем локацию перед тем, как окунуться. Может быть, есть смысл сейчас... О-о-о! Собачье сообщение. Оно меня отвлекло. Озвездюлился от него. Много. Мало. Перчатки разбойника. Сундук вроде обычный. Может быть, с ловушкой внутри. Ха! Грязь. Хорошо. Узри сообщение. Окей. Пойдемте попробуем окунуться к боссу. Так, у меня моя любимая медуза наготове. Я не боюсь ее использовать. Я не могу ее использовать. Сундук-ловушка, стопудово. It's a trap. Он где-то наверху сидит? Через это очко в потолке вывалится на меня, да? Well, well, well. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief. The gods demand repentance. Cough up your coin. О! All of it. Подожди, это... Лоскутик, это чел из Dark Souls? А ты серьезно? Ты... А, точно, точно. А, со щитом можно тыкать пикой. Я украл его трусы и майку. Ладно, он ощущается по HP очень слабым. Он меня развел действительно на пинок. Я не знал, что он может фул тебе стамину сбить и просто убить одной тычкой. Это немножко было грязно, конечно, с его стороны. Но и как бы... Я не могу, да, никого из них призвать. А да ты серьезно?
О, я сам зашел в его пёрт. Мой косяк. А чё он выпивает? Ты чё, дурачок? Ты чё, дурачок? О! О! О мой! Это же чел из первого Dark Souls, который тебя в яму сталкивает, да? Он крыса. Это я верил до конца, но нет. Я помню его из... Может быть, это не он. Кстати, я вру. Может быть, это не он, просто похож. Колокольная сфера лоскутика. Копье плюс 7? Кожаный доспех. Весь его лут. С меня, кстати, дерьмо какое-то стекает. Это, видимо, то, что он наделал повсюду. Копье плюс 7. Ловкостное, к сожалению, ловкостное. Но прямой дэмэдж больше. Копье плюс 7. Офигеть. Практически не расходует энергии. Смотри, если у нас алебарда 40 энергии использует на атаку, 9. Это можно с такой скоростью лупить. Прикольно. Но... Как бы да. А, чё по луту? Чё по шмоту? Кожаный доспех. Тяжелый, к сожалению. А, перчи, кожаные перчатки. Они, кстати, они получше. Больше иммунки дают. Чуть меньше концентрации. Мне нравятся вот эти. Перчатки разбойника с большой дороги. Штанишки легче. Но это другие, это не те штаны. Его вот эти были, кожаные сапоги. Баланс 1. Баланс 3. Куртка разбойника очень хорошо дефает. Ладно, давайте закинем себе перчатки поинтереснее. Не то, чтобы они нас спасали бы от чего-либо, но все же. Лоскутик ББ. Хорошо, еще одна цель сегодняшнего видоса выполнена. Мы сегодня уже 3 зоны интереса посетили. И осталось получить карту, а там... Ну, там уже найдем какие-нибудь еще локации, я думаю. Так. А мое предложение... С дороги, наверное, проще будет туда скакать. С дороги туда, мне кажется, будет значительно проще. Нам что, просто через мост перебраться, по сути? А может быть, я зря убил лоскутика? Слушай, у него остались HP. Я подозреваю, что это какой-то крысиный мув, где он скажет, все, сдаюсь. А потом он внезапно тебя убивает. А, да, мы на верном пути, только чуть-чуть правее. О, я вижу костер. Вот это хорошее достижение. Это нам облегчит приключение. Я даже не буду у него, в принципе, сидеть, потому что... Ну, мы на фуле. Слушай, ну, скажите мне реально, лоскутик это лысый хрен предатель из первой части? Вау. Мишка? Окей. Я думал, что второй не согрелся, на самом деле. Я хотел рашить. Я хотел бежать. Чё значит за могиль... Чё за могильный знак? Чё за могильный знак слева? Я плохой? Я читер? Очень, очень грязно. Я даже не встал. Как он меня замочил, пока я лежачий был? Больно. О, да ты серьезно? Я хотел
Я не знаю, что он, где я у него в пенисе. Он меня съест. Он меня сожрет. Ой, да ты серьезно? Он... О, такая крыса. Такая крыса. Я думал, что ты медведь. А ты, оказывается, крыса, мать его. Ты, оказывается, крыска, да? Мишка. Мишка, ты крыса? Я тебе серьезно говорю. С хитбоксами здесь какая-то просто нездоровая песня. Он меня съест. Он меня сожрет. О, только не мелкие. Скажите, что там мелкий сквад не загрится сейчас. Какой он гадкий. Он такой гадкий. О, какой он гадкий. Вот это бред был. Я у него прям в соске сидел. Еще. Ты не сдох! Он не сдох! Я успел хилку выпить. Яйкс, это просто бред какой-то. Кровь монстра. За одного медведя сразу две хилки дается. Может быть, пофигу. Может быть, пофигу на медведя. На медведей в таком случае. А вот он, где спящий мишка. Золотых кек сперли у них. Карту подобрали. Вы прекрасны. Я не вижу, чтобы за мной какой-то медведь бежал. Найдена новая карта. О, давайте под дерево заглянем. Мне кажется, это зона интереса. Огромное дерево, мне кажется, это какая-то очень важная. Малое древо Эрд. А где? Вот это? Действительно. Малищ, я бы даже сказал. Я бы даже сказал Децл, малыш. Шипастая треснувшая слеза. Пролитая зеленая слеза. О, подсолнухи. Они, кстати, для какого-то интересного крафта были нужны. Для какого-то нестандартного. Я его... Для святой Грены. Я не буду крафтить святую Грену, сори. Простите, святой отец, ибо я не хочу крафтить святую Грену. А что мы еще получили? Давайте уж к концу серии посмотрим, что мы там. Какая-то треснувшая слеза. Это точно не одежда. Это может быть ключ. Это не оружие. Это не сила, не скилл. Вот оно. Это действительно ключи. При добавлении в снадобье временно повышает выносливость. В снадобье временно усиливает заряженные атаки. Ну-ка. Сейчас здесь кто-то появится. Вот эти руины. Гоу заценим, они здесь прям рядышком. Я слышу волков. Я не вижу волков.
Вот это меня пугает. Я вижу подземелье. Я слышу аву. У руины в туманном лесу. Уж придется с еще одним мишкой биться. Талисман-топор. Увеличивает урон от топоров и алебард. Усиливает мощные атаки. Нам тогда нужно в веру вкидываться, потому что у нас не будет хватать веры. Фишка в том, что нам нужно там 11 веры, по-моему, чтобы алебарду использовать. 12 веры. Яйкс. А, Мишка проснулся? Он проснулся. Окей. Как проснулся, так и заснул. Да кто орёт? Это не похоже на волка, это похоже на какого-то дурика сумасшедшего, который орёт аву. А, вон! Там реально какой-то дурик наверху сидит, смотри, там какой-то псих. Ты чё орёшь? Дурной? Ты разбудил медведя тем, что я воровал у него там. Ты чё орёшь? Руна жителя окраин. И чё с этим психом делать? В него выстрелить надо? У меня нет лука. Впереди требуется жестикулирование. Эй, ты меня слышишь, дурик? Какой ему жест показать? О, медведь отрубился. Слава. Слава. Вячеслав. О, там внутри какой-то скрытый сундук. Надеюсь, это не ловушка. Кузнечный камень 2. Это ловушка. Это всегда была ловушка. Ноооо. Вперед. Может быть, он не хочет слезать, пока тут медведь? Только не меня. Бей медузу. Бей медузу. Смотри, какая она вкусная. Бей медузу. Супер. Отличная работа. Мать, я хотел супер заряженную, супер тяжелую атаку нанести. Он, кстати, отравлен. Яд дожжет, смотри. Максимум неуважения. Смотри, медузка его моя прикончит. Давай, медузка, ты можешь. Пуси. Медведи не настоящие враги. Он рябиной аж насрал от боли.
Теперь понятно, кто говорит Аву. Подходи, покупай. Обман. Ложь. Собачка, ты меня напугала. Лошадка, ты меня тоже напугала. О, торговец. Hello. Hello. Yes, right this way. Right this way. Welcome. Hello. Customer, please. I'm hungry. I'll be... Давайте у него что-нибудь купим. Во-первых, мы у него новые крафты купим. Хоть это и стоит до хрена денег. У него есть щит весом 5. Он легче, чем мой. У него скилл парирования. У него 100% физической сопротивляемости. И от огня больше дефа. Можно будет призадуматься. Можем ему что-нибудь продать? Давайте посмотрим, какие новые крафты приобрели. Похоже, какая-то новая изысканная еда появилась. Горшок зверя приманивает зверей. Ага. Круть. Это типа красивого черепа. И мне кажется, какие-то новые стрелы появились. Но это вообще не важно. Окей. Это типа приманивающего черепа в Dark Souls. How nice, Liz. Купить, наверное, нет, друг. Я могу тебе кое-что продать. Например, забери мои дротики. Я ими практически не пользуюсь. Обломок руин, я не знаю. Он вроде как для каких-то крафтов нужен. Мы можем продать смазки на оружие, потому что мы их не используем. А вот эти штуки, они же попаются и дают больше душ. Мне кажется. Давайте руну жителей окраин сейчас посмотрим. Она вот здесь 400 стоит. Руна жителей окраин. Мы ее сейчас попробуем попнуть. Вот эту вторую. Не, тоже 400 дает. Окей, доказано. Надо было проверить. Мне казалось, что они... Торговцы как будто обманывают. Как будто есть какой-то обман, понимаешь? А здесь какой-то маленький медведь. Я подозреваю, что здесь где-то тусит мама этого маленького медведя. И вот тогда время будет проведено плохо. Может быть, внутри этой разрушенной... О, там кто-то погибает. Извини, друг. Там кто-то умирает. Мы можем спасти кого-то? Я не успел. Ну, мне кажется, это медведь съел какого-то зверя. А нет. Слушай, здесь... А, блядь, ёб твою. Я не понял, кто меня ударил. Невидимые враги. Слушай, здесь целый замок. Охренеть. Вопрос снят. Здесь где-то лучники. А, я вижу. Там арбалет. Баллиста. И она стреляет в этих мелких засранцев. Вот кто умирал. Окей, сейчас фастиком эту локацию зачистим. Ну или погибнем в ней и вернемся в следующей серии. Я вижу, в меня стреляют. О, щит! Семечко. Мы сможем... А, не сможем. Теперь нужно, наверное, 3 семечки. Охренеть. Я скажу так. Лучник не помогает. Лучник не помогает. Он башкой лупит своей дурацкой, дырявой, блин. Я хотел его лупануть тяжелой атакой. Медузка? Отагри? Он вроде отагрился. Ах. И все.
Медузка шедеврально. Храмовый камень? Храмовый? Хреновый? Это руда, наверное, да? Ресурс? Да. Материал для создания предметов. Хорошо. Медузка, за мной. Родненькая, давай. А что здесь за синий бздёж? Здесь... Ах ты, крыса. Здесь какое-то сиреневое свечение. Кровавая роза, две штуки. Алло, алло, где медузка? Алло, алло. Мне нужно мое медузирование. Вы собаки сутулые. Я понял, я вижу. Ах ты, еще крыса. Так, медуза. Ты что делаешь? Hello. Мы не здесь, мы тут. Медузка. Все, у нее, короче, аутизм начался, извиняюсь. Кровавая роза. Какой-то, наверное, крутой, крутейший крафт. Еще кровавая роза. О, медузка смогла тэпнуться. Она выздоровела. Я хочу убить этих бомбежников. Может быть, мы с них халявных бомб получим. На что я вообще не рассчитываю совершенно. Слушай, медузка мочит, смотри. Товарищ. Бабе! Бабе! О! Hello, ёпт. Мы сюда вернемся в следующей серии. Итак, слишком длинная получилась. Я сейчас засяду, покатаю еще. Вернусь сюда. И в следующей серии мы продолжим. И начнем мы с этого засранца. Я тебя отомщу, рыцарь. Ребят, большое спасибо за то, что досмотрели эту серию до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь. И увидимся в новых сериях наших приключений в мире Elden Ring. Желаю вам всего хорошего, ребятки. И пока. Пока.